Организатор агрофирмы «Восток» Александр Уразайкин заботливо обходит свой ягуар. Техника любит не только профессиональный подход, но и почти человеческое отношение. У тех, кто работает в поле, особое отношение к родной земле. Люблю деревню, город не очень. А в деревне все спокойно получается, все свое. Александр Уразайкин последние 6 лет летний сезон проводит постоянно в поле. Летняя пора для механизаторов горячая. Нужно все вовремя посеять, обработать, убрать, заготовить корма. С 6 утра начинаем, до 7 вечера. Все отлично получается. И с другими механизаторами все вместе работаем, дружно. В команде с механизаторами и водители скошенную зеленую массу вывозят на фермы. Кузьма Тылкин в этот сезон работает на КамАЗе. Раньше и сеял, и пахал, и косил. Опытный механизатор на расхват, работая в селе много и зимой. Кормозаготовка, потом уборочная начинается. Ну, уборочной работаем. Зимой уж на ферме. Сейчас полным ходом идет заготовка кормов. Важно вовремя убрать люцерну на стадии бутонизации. Иначе зеленая масса после высыхания превратится в труху. А значит, и качество кормов упадет. Впереди еще и второй укос зеленой массы. В поле нет понятия «ушли на обед». Здесь обед приходит на работу. Повар Гульшат Халиуллина привезла суп и кашу с мясом. Все горячее и вкусное. Готовим еженедельно у нас меню разнообразие, чтобы наши мужчины были сыты, в основном мясные блюда. Всего в Заинском районе на кормозаготовке работают 3 отряда, оснащенных 5 кормоуборочными комбайнами «Ягуар» и «Джон Дир». Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска.